Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Destruction Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылочка будет в описании. Буду использовать re-exploit. Для того, чтобы нам заинжектиться, нажимаем вот на этот шприц. А здесь полностью работает автоинжект. Так, как видите, все, мы уже заинжектились. Вставляем сюда скрипт из описания и нажимаем Xcode. Ждем, пока он у нас загрузится. Также при использовании скрипта может быть немного подлагивать, но, в принципе, я думаю, это не суть важно. Зато сможете очень быстро фармиться. Так, ну, в принципе, давайте я вам покажу на примере, как он работает. Смотрите, первая функция — это скорость. Можно сделать любую скорость и бегать как хотите. То есть, любой скоростью. Так, давайте уменьшим. Значит, смотрите, беру я оружие, стреляю, допустим, по этой машинке. Как видите, я ее сломал. Также у меня получается откат идет. То есть перезарядка. Вот. Теперь следующая функция это remote cell. Remote cell, не знаю, как правильно произносится. Ну ладно, не суть. У меня получается сейчас 320 деталек. Я нажимаю на эту функцию. И как видите, они у меня продались. То есть, не заходя. Вот в этот кружочек Cell я смог продать издалека. Следующая функция Launcher Mods. Эта функция получается для оружия, мод. Так, смотрите, еще раз вам покажу. На примере, как она сейчас будет работать. Вот я стрельнул, у меня тут откат идет. И вот столько получил, получается, деталек и опыта. Включаем ее, берем оружие. Как видите, теперь я стреляю. У меня нет отката. Я моментально все прям за секунду могу снести. То есть я вот так кнопку мышки зажал, ее не отпускаю. Как видите, все выстреливается без отката, без задержки, без всего. Конечно, немного подлагивает, но в принципе зато этот способ рабочий, можно очень много получать. Вот, как видите, я думаю, функция в принципе отличная. Так, давайте еще раз нажмем Remote Cell. Как видите, монетки прибавились, все отлично. И теперь следующая функция Bomb Mod. Смотрите, я кинул бомбу, то есть у меня откат идет. Перезарядка. Включаем эту функцию. Так, как видите, сейчас я могу вообще бесконечное количество кидать полностью без отката. Так, давайте, в принципе, зайдем на вот этот трек. Покидаем сюда бомбы. Как видите, они полностью все взрываются. Все работает. Все детальки прибавляются. XP тоже. Вот, ну, в принципе, у меня на этом все. Кому понравился скрипт, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Aceban. Всем удачи и пока.